Парадом судов открылся сезон пассажирской навигации на Москве-реке. Жители и гости столицы вновь могут наслаждаться водными прогулками. Их разрешили в рамках очередного этапа отмены карантинных ограничений. Мы возобновляем нашу деятельность спустя 3 месяца простоя. И сегодня как раз первые суда будут отходить от многих причалов. От причала гостиницы Украины, флотилии Radisson Royal, и от многих других причалов, где стартуют другие судоходные компании. На речных судах ввели новые правила безопасности. Это и дезинфекция всех помещений после каждого рейса. Это дезинфекция воздуха. Это и специальная обработка всей посуды, поскольку у нас ресторанное обслуживание. Это социальная дистанция. В столице также открылись рестораны и кафе, возобновили работу спортзалы, бассейны и детские сады. В парках снова можно сидеть на скамейках, заниматься на тренажерах и играть на детских площадках.